Давайте осмотрим.
загадка советская, да, посреди парковка, что-то два по краям. Сейчас же вот с нашим испорченным сознанием это все по-другому понимали. А тогда же мы даже и не думали об этом, о том, что это хуй с яйцами. Потому что, понимаешь, чистые были. А сейчас хуй изощренный. Расстрела. Да что говорить, если он не с детства там в воспитании и косогор, блядь, да? Я думаю, знаю, в детском садике, например, еще ты там мальчик.